Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и мы продолжаем своим прохождение развлечения в Totally Accurate Battle Simulator, сокращенно TAP. Игрушечка веселая, игрушечка прикольненькая, мы, получается, с вами за предыдущие два захода прошли, так сказать, вступление, где нас ознакомили с различными механиками, и можно уже, так сказать, погружаться дальше в эту игру. Давайте смотреть, что у нас дальше. Компания, приключения. Хорошо, давай приключения. Древесное племя. Название странное. Ну давай, окей. Древесное племя. Если что, ссылочки на плейлисты в описании под видео и так далее. Ага. Так, а чё это? Нифига себе, тут доступно, что у меня. А это что, наследие? Что такое наследие? Крестьянин какой-то, ё-моё. Добро. Священный слон, зло, предвестник смерти. Что это вообще? Откуда столько всего? Монарх пустоты. Что это? Что это такое? Тайна какая-то. Ладно, давайте-ка, не знаю, попробуем туземцами. И эти пацаны у нас получаются чё? Тут у нас большая армия на деревьях. Вспоминается фильм «Аватар». Так, у них тут и вождь. И копейщики, и щитовики, и стрелки. Так, и вот еще здесь, и здесь. Слушай, а сколько их тут вообще? А че их так много? Их реально дофига. Ладно, хорошо. Стандартно. Сейчас чисто затестим. Во-первых, они все попадают. Многие отъехали, кстати. Многие просто развалились. А что-то как-то легко. А нет, не легко. Вожди подошли. Это вождь или кто, не помню. Ну все, топоры, все. Тут этот фланг, все. Это потеряно. Ладно, хорошо, стоп. Мы сделаем вот тут их. Вот тут вот и еще сзади. Все, погнали. Так, много кто развалился снова, когда слез. У нас есть... А чё вы стоите? А чё вы туда пошли? Давай, копейщики. Давай. Давай, закидывай. Пошёл. О, вот теперь хорошо. Ай. Нормально. Не, победная катка, говорю. И еще, как я понял, тут есть какие-то различные секретики в этих местах, поэтому давайте-ка мы осмотрим. Собственно. Может, где-то что-то скрыто? Я просто один раз нашел дверь? И вот интересно, есть ли тут еще что-нибудь? Здесь что у нас? Ничего. Ну, вот какие-то камни еще. Ладно, допустим, продолжаем. Победная катка, хорошо. Так, здесь у нас уже получается вот эти вот, да? Значит, берем этих. Я просто хочу, чтобы было максимально честно. Что у нас тут? Вилы, ага. Ну, давай вот этих вот. И сейчас опять эти хоббиты выбегут из сена. Нет, хоббиты не выбежали из сена на этот раз. По идее, сейчас мы их просто развалим. Вообще быстро развалим. О. Пошел. Хорошо. Но это было легко. Это было легко. Все. Легко. Легко. Так, тут вот уже по-серьезному. Может, они кого-то еще где заныкали? Давай тачки. Смотрим. Нет, только там народ и все. А тачки их просто сейчас сметут. Нормально. Не, сейчас можем проиграть, можем проиграть. Можем проиграть. Парень! Ё-моё. Не, все, мы проиграли.
Че? Вы что творите? Вы что творите? Ладно, хорошо. Плохой вариант, я понял. Давай вот сюда вот зелье. Сюда зелье, сюда, не знаю, фермеров. Или пугало, бо-бо-бо. Не, пугало мы не можем, поэтому давай фермеров. Во, все. Все, смотри. Смотри, они сейчас будут закидывать. Во! Во, молодцы. Не, плохая идея. Плохая идея. У них ближний бой, у них мечи. Ну, из палок, ну, неважно. У нас будут тогда чуваки с вилами. Чё бы, собственно, и нет. Так, куда бы вас еще? Сейчас мы просто накидаем здесь мясо. И будет все хорошо. Ждем. Смотрим. Давай. Ну во, влетели, пацаны, влетели, 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 все. Стенка на стенку пошла. Во, молодцы, 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 молодцы. Еще бы с фланга заходили. Победная катка. Все, победная катка. Ну. Ну, красавцы же, красавцы же. Ой, стесняшка у нас тут один закрылся. На превьюху кто пойдет? Кто пойдет на превьюху? Вот давай ты. Вот ты пойдешь, наверное. Не знаю. Дальше. Дальше. Ой, так, это у нас кто? А где? Стоп. Я вижу хоббитов. И все? Два хоббита. Два хоббита. И денег мало. Соточка. Соточка лишь только. Соточка. Ну тогда давай фермера. Они же, получается, по идее, теряют какую-то часть здоровья, когда падают. Так, давай, давай, давай. Вилами. Ну ты вообще монстр. Так, что-то как-то слишком легко. Слишком легко как-то, вам не кажется? Слишком легко. Ой. А здесь как-то много народу. И это все хоббиты. Поэтому берем тачки. Давай. Работает же. Работает. Фига я умный, давай. Вообще все, все, все. Это все, это все. Это слив у них, все. У них слив, слив. Они проигрывают. Все, они 100% проигрывают. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, победа все равно. Победа. 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 Блин, у них такие рожицы иногда смешные. А у вас тут что? О! Яблочко. Да, ребятки. Смешные вы пацаны, конечно. Дай-ка вот тебя тоже на превьюшку возьму. Опа. Не двигайся. Опа! Хорошо. Идем дальше. Три сотки у меня. Три соточки у меня. Это барды. В чем прикол бардов? Они не бьют никого, как я это помню, а чисто на себя отвлекают. Возьмем полуросликов, они... Кстати, вот, да, тихо. Здесь у нас тайник, дверь та самая. А как ее открыть, я вообще фиг знает. Во. А просто стоять у нее типа надо. Вроде, вроде начинает шуметь. Куда я залез? Это куда я залез? А? Ни хрена себе! А что дальше делать? Ты кто такой? Ты кто такой? Кто вы такие? Воу! Воу! Защищенное наступление. Что за секретный уровень? Ч
Что это такое? Победить синие команды. А вы кто? А вы кто такие? Почему вы с щитами? Так. Так, давай, давай, давай. Просто, просто закидаем, закидаем их, закидаем их. Это что за секретка такая? Вообще разрыв. Вообще разрыв. А что делать-то? Рыцари, пошли. Я просто остальных даже не знаю. Ух ты, что ж вы такие жесткие-то, а? Я сейчас тачки возьму. Я сейчас тачки возьму, не заставляйте меня тачки брать. Так, подожди, 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 вроде получается, вроде получается, вроде получается. Нет, не получается. Слив. Проиграли, 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 проиграли. А стоп, а если я Зевса возьму? Я Зевса помню, вот, античность, и у меня есть Зевс, так. Зевс одна штука. А, вот оно что. Мы не можем, короче, атаковать, пока тех пацанов не зафигачим. Хорошо, я понял тебя, игра. Пошел! Ой, хорошо! Блять. Слишком хорошо, он свалился. Это слишком быстро происходит, я не успеваю реагировать. Давай сюда. Так. Вроде размотал. Вроде размотал. Пошел, пошел. Давай, Минотавр. Ужас. Так, все, минус Минотавр. Не, ребят, знаете что? Давайте мы это отдельно, отдельные серии касательно секретных уровней. Будем просто их искать, смотреть и так далее. Так, хорошая крошечная армия. О, нет, бежим. Вот, сюда нам. Нам сюда. Это слишком сложно что-то. Слишком сложно. Слишком сложно. Тем более, тут еще вот сколько у меня всего. Тайна, подожди. Получается, если я это сделаю, у меня тут здесь откроется, походу, наверное. Ладно. Ладно, допустим. Допустим, 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 допустим. И давай-ка костяного мага. По идее, он просто подойдет, один раз ударит, ну, кастанет, вылезет из земли, там, не знаю, что это, ветви, камни, и они все отъедут. Тем более, видите, они все кучненько встали. А Друлька знает, что делает. Друлька знает, что делает. Давай, Друлька. О, давай. Кастуй. Во. Хорош. Так, так, один остался. Кастуй. Кастуй. Кастуй, говорю. Во. Во, 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 во. Серьезный парень, серьезный парень. Так, выходим. Нормально. Победите синие команды. 5000. Ё-моё. У них слишком много друидов. Пошли. По идее, мамонты сейчас прыгнут на них с большого расстояния. С большего расстояния, нежели друиды могут кастовать. Во! 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 И второй пошел. Все. Мамонты танчат, а эти накидывают. Ты куда стреляешь? Вы куда стреляете, косые? Не, ну тут без шансов. Тут без шансов. Победная катка. Победная катка. Да что же вы в своего стреляете так? Ты что, он заныкал тебе и все? Победа, победа, победа. Вы что такие косые? Вы что такие косые? Вы можете не в мамонта своего стрелять? Я с тобой разговариваю. Да, с тобой. И с тобой, и с тобой. А ты что, самый умный спрятался? Реально. Не, они реально в мамонта стреляют. Реально в мамонта. Победить синие команды. Я вижу... А, типа один на один? А как ты себе это представляешь, один на один? Я же ничего противопоставить не могу, кроме такого же. Ну да. Есть надежда... Не, по идее он упадет и получит дэмэдж. Погнали. Сейчас он свалится и... Хопа! Получил урон. Все, победная катка. Победная катка. Давай. Давай, дубинка, на тебя вся надежда. Давай, дубинка, идем. Идем, идем, идем. Давай, давай, давай. Опа!
Опа, еще разок, давай. Интересно. Ладно. Я возьму дело в свои руки. А что я поставить-то никого не могу? А, все, могу. Это как произошло? Это как произошло? Подожди. Он сейчас помер от того, что упал? Тогда он не помер. Игра, ты меня пугаешь. Так, давайте-ка посмотрим. Тайны. Так, тут нифига, да? Нифига. Давай-ка побегаем, посмотрим по зданиям. Чисто так в окошечко заглянем. Не, нифига. Нифига. Блин, люблю, когда в играх есть скрытые уровни какие-то. Это круто. Это реально круто. Плюс тут еще за это что-то дается, скорее всего. Не просто так там называется тайна. А воду могу? О, я воду могу. Я могу воду и в воде еще искать. Нифига себе. Так, во. Тут могла бы быть нычка. Тут еще есть вода, я не помню. Вон еще вода есть. Пойдем туда. Туда идем. Может, у статуи что-то рядом. Так. Хопа. Опа. Не, ни хрена. Что это? Где я? Текстурки. Обожаю текстурки. Люблю игры со свободными камерами. Там куда угодно пролезть можно. Так, подожди. Ну неужели нигде нету? Неужели нигде? Может, у статы за плащом, за щитом что заныкано? Нет. А что ты без глаз? Ну ладно, победа так победа. Следующий заход. Так, я видел. Думали, я не увижу, а я увидел. Там хоббиты, там много хоббитов. Очень много хоббитов. Берем фермеров, берем пугало и пошли. Во, пошли. О, со всех сторон вообще. Нифига, их тут толпа. Ё-моё, так. Давайте, кастуйте своих ворон. Ворон, кастуйте. Ё-моё. Вороны, пугалы, кидайте ворон. Да кидайте ворон, чё вы стоите? Ворон кидайте. О. Пошло. Не, ребят, это слив. Нас сейчас просто числом возьмут. Все, они уже на нем. Они залезли, не хватает его. Тащат весь этот в ногу вступился. Все, зверюга, все. Все. Не, ну это пипец. От такой армии отбиваться нужно будет, я не знаю, с помощью, наверное, тачек? Почему бы и нет? И что-нибудь на 800. Два вот таких, скажем. Погнали. Тачки пошли. Так, отлично, две тачки пошли в ту часть. Тут одна тачка. Так, держимся. Давай, по полям. Давай. Слушай, может. Нет, все. Закидывают. Слушай, не, он держится. Держится. Не, молодец, парень. Вас там, конечно, трое, но все же. Давай, один вилами, другой яблоками, давай. А ты катай. Так, там что происходит? Там я даже смотреть боюсь. Если этот справится с этими, то тех он точно оставшихся передавит. О. Прям яблоком в голову. Все, победа. Те тоже справились, получается, там. Так, а здесь нет ничего заныканного, а? Заныканное есть? А если найду? Ладно. Хорошо. Опа, тут у нас пацаны из этого, из каменного. Так... Ага, и из античности, и из этого. Оу. Щитовики. Так, а это кто? А вы кто? А вы что делаете? Я вас не помню. Вы из викингов, да, наверное? Что вы делаете? Почему у вас оружия нету? Опасно выглядит. Так, ладно, хорошо.
Хорошо, нажимаем F и берем тупо рыцарей, которые будут влетать. И скажем, одного лучника. О! Давай, давай, давай. Надо брать тачку. Тачку надо брать, тачка спасительную надо брать. Не, лучнику хана, лучнику хана. А давайте-ка посмотрим, у нас там открыта дверь? Или ее каждый раз открывать придется? Каждый раз придется открывать, я понял. Каждый раз. Хорошо, ладно, хорошо, ладно, хорошо, ладно. Стоп. Заново. Мы можем взять просто дофига лучников и надеяться, что все будет хорошо. И возьмем вот этих пацанов. Лучники. Блин, у них перезарядка долгая, капец. Все, лучникам хана. Лучникам хана. Так, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Берем тачку, да? Которая будет на себя всех отвлекать. Заходим в... Вот так вот давай, и вот так вот. Тачка. Ой, хороша тачка, хороша. Так, блин. Ой, все, нет, 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 нет. Вот начинается сложность, люблю сложности. Давайте-ка змеиных этих. Змеиные лучники. Давай. Все, и змеи там. Поперхнулся. Не, не получается, не получается. Ладно, у нас есть еще один план. Они просто их напросто не подпустят. Опа! Вот! Не вариант. Зевс. А Зевса не могу. А Минотавра тоже не могу. А Баллиста тут бессмысленно. А в Средневековье есть король. Ровненько полторашечка. Давай, король, давай, 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 давай. Да долбани ты своей двуручкой-то нормально уже. Долбани, я тебе говорю, давай. Долбани ей как следует. Давай. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Нехорошо. Так, я, кажется, знаю, на каком уровне мы сейчас застрянем. Оруженосцы. Да, оруженосцы, давай. Нет, это слив. Викинги. Мы еще можем викингов брать. Мы же проходили их, правильно? Проходили. Так, варвары, ледяные лучники. Бычок. Бычок. А, бычок. Давай, бычок. Хопа, бля. Давай, следующий хопа. И эти хопа. Че там? Ой, минус один. Да нет, там уже много. Там уже не минус один. Так, хорошо. Галера. Че галера делает? Секундочку. Я понял то, что я выиграл. Только что они сделали? Они ее подкидывают, что ли? Ладно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас получается вождь и... Ну, не ярл. Берсерки. Ну-ка, давай-ка еще галеру. Так, понятно. Нет, давайте-ка вернемся на следующий. Мне кажется, там что-то лагануло. Я что-то не понял, как она работает. Мне кажется, мы не прошли ту предыдущую. Мне кажется, мы просто не прошли ее. Хлеб с маслом, давай. Кофе, кофе. Кружечка с лайкосиком, кстати. А это значит, лайкосик поставить надо, да. Давай-ка еще раз галеру. Ага, короче, воины, которые находятся на галере... Летают, галера взлетает. Падает, наносит урон вокруг по площади. Ну вот, я не победил. Давайте, пацаны, давайте, 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 отбивайтесь, отбивайтесь, давай. Вот как я тогда победил? Это что-то не то. Это что-то нечестное было.
Это было что-то нечестное. Это была какая-то запрещенная магия. Галера стоит штукарь, да? И вот два варвара с щитами. Галера пошла. Во. Все. Все. И пошли пацаны. Пошли пацаны с топориками. Давай. Давайте, мои хорошие. Блин, хочу сериал «Викинги» посмотреть. Во, все, «Викинги» победили. Все, точно буду пересматривать сериал «Викинги». Рагнар Лодброк. Какие еще есть сериалы на такую тематику? Подскажите. Так. Так, они в ближнем бою жесткие пацаны, да? И они все сокращают дистанцию. Давайте-ка немножко магии. Усиливаем, усиливаем. Давай, 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 король, давай, 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 давай. Вообще на изи раскатали. Это чисто данж в Варкрафте. Ой. Хотел шутку про данж в Варкрафте, то, что под жрецами бегаешь и все хорошо, а тут на тебе слив. Ну туда сейчас лучниками полирнем сзади и все. Они, смотри, все сейчас на короля. Короля мы хилим, король отбивается, лучники накидывают сзади. Все, вообще. Ай. Ой. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Слушай, подожди. Не, да подожди, да, да, да что ты начинаешь? Не, погоди. Да не надо, подожди, не надо. Не надо. Лучники. Лучники, попадите, пожалуйста. Вас двое, а он один. Давай! Косые. Идея с королем мне понравилась, кстати. Нужно как-то это... Так, что ли? Так, все, хильте короля, хильте короля! Защищать короля! Защищать короля, мои верные рыцари! Защищайте, защищайте короля! Король отъехал. Король отъехал. Так, ладно, берем викингов. Хочу викингов. Берсерки нет. Варвары? Может быть. Может быть, почему бы и нет. Все, связанные ближним боем, понеслась. У вас щиты, пацаны, давайте. У вас щиты. Держит щит и топориком, топориком снизу ему. Слушай, подожди, подожди. Получается, 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 смотри. Могут? Да, викинги вообще красавы. Вот этому парню повезло очень сильно. Он прям смотрит на этот топор. Но все равно выглядит сурово, даже не испугался. Брови не повел. Ой, остальные че? Остальные что? Этот спрятался? У этого глаза разъехались? Не, нормально. Нормально. Хороши, хороши. Кто тут? А если я хочу другого? А если я хочу другого? Давай! Кто? Кто? Не пугай меня так! Это все я. Это все мой скилл. Так, секундочку, 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 секундочку. А это кто такие? Сколько у нас тут еще? Приключения мы, в принципе, закончили, но... Давайте-ка попробуем все-таки еще раз ворваться. Вот эту картиночку мы закончили, эту часть. Давай-ка попробуем залезть еще раз в эту подземку. Я хочу в подземку попробовать. Именно в подземку. Еще один раз. Один раз. Не получится, ну и фиг с ним. Я хочу залезть вон туда. Ну, вы поняли, куда. Там что-то дают. Что-то додают. Открывайся. Я хочу туда. Я хочу получить подарок. Давай, 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 давай. Все, все, все. Запускай, запускай. Мерлин или как там тебя? Запускай. 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 Я готов. Я готов. Запускай. Запускай. Ты что, только в определенное время суток? А, туда подойти надо было. Надо было туда подойти. Давай. Давай. Да-да-да-да-да, хорошо. Мы сейчас галеру возьмем. Все, погнали. Эй, погнали.
Эй! О! Сейчас сделаем. Берем, смотри, викингов, да? И берем галеру. А почему здесь теперь никого нету? Почему здесь теперь никого нет? А я не понял. А я не понял. А я не понял. А вот не понял. Это сначала, получается, нам нужно ту катку пройти, а потом сюда, что ли, идти? Игра. Игра. Ну помоги, игра. Игра, подскажи. Кто это? Я же долечу до тебя. Я же долечу до тебя. Я же долечу. Долечу по-любому. Не долетел. Но это нечестно. Я же уже нашел. Давайте сразу эти испытания. Хочу секретки. Секретки хочу. Ну, тут, кстати, вряд ли уже секретка будет. Потому что секретка в секретке — это слишком сильно, я считаю. Секретка в секретке — это прям, ну, прям сильно. Для любых разработчиков секретку в секретку делать вряд ли кто-то будет. Ну да ладно, ну да ладно, ладно, хорошо. Допустим, 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 допустим. Тут облачка у нас, это получается что, Олимп, что ли, какой? Ладно, ладно. Главное меню. Давайте сделаем вот что. Растянем, так сказать, удовольствие и продолжим уже в следующей части. Потому что тут есть некоторые непоняточки. Не подсказывайте, я сам должен разобраться про победные катки и так далее. Не подсказывайте. Подскажите мне лучше в комментариях, что я получаю за прохождение данных данжей, которые скрыты. Вот это будет интересно. Скорее всего, секретку. То есть самую последнюю вкладку, где указаны все наши войны. А на этом, друзья, у меня все. Всем спасибо, что смотрели, за ваши лайкосики, за ваши подписочки, за все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видосиками, прохождениями, развлечениями касательно Totally Accurate Battle Simulator, то есть сокращенно TAPS, плюс и ссылочки на социальные сети. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.